Ой, какой необычный закат. Вообще каждый закат, он очень необычный. И он всегда уносит все печали, все заботы сегодняшнего дня, все болезни, все проблемы. Вот, и утром встаем сильными, здоровыми, полными сил. Раньше в Древней Руси солнце называли Ярила. Ярила. Вот было бог солнца, Ярила звали. А Эхнатон – это фараон, фараон египетский. Так он заставил всех поклоняться богу солнца. Вот. И там даже у Езиды, там между рогами луна была. Они поклонялись луне, Сириусу. А он восстал против всех и заставил поклоняться солнцу. Вот. И значит, как это эзотерики говорят, солнце встает и дает всем лучи, дает жизнь, дает тепло. Вот, засыпает, солнце заходит, все, значит, засыпает. Утром восход, и все птицы просыпаются, люди начинают ходить, начинают делать свои дела. Вот, и очень много рисунков солнца. Во всех временах, у всех народов, у древних неандертальцев даже солнце. Вот, солнце отец, мать земля. Вот. Солнце сейчас, вот сейчас такая есть новая теория, новый мир приходит, наступает новое время, и что солнце начало выделять частоту особенную на людей, которая дает им изменение ихнего биополя. Оно сияет, и вот эта частота изменяет хромосому. Говорят, что 33 у человека хромосомы, 32 такие простые, и 33 половая. Так вроде. А кроме того, есть кусок хромосомы, который свернутый. Но они говорят, это хромосома непонятная, это хромосома как бы ненужная человеку, это хромосома мусорная. А сейчас говорят, нет, не мусорная, просто на время ее Всевышний свернул в человеке, а сейчас вот эти вот частота вот этого излучения Солнца, она разворачивает эту хромосому. Вот. И говорят, что есть какая проблема есть на заходе Солнца, говоришь. Господи, спасибо тебе за сегодняшний день. И как садится это солнце, так садятся все мои проблемы. И как встает завтра солнце, так мы встаем полные сил, полные энергии, полные жизни. В нужное время приходят нужные деньги, в нужное время приходят нужные люди, в нужное время приходят нужные идеи. Но главное, что в человеке должно быть здоровье. Вот. А потом взаимопонимание в семье. И человек сам по себе он никогда не может жить. И он должен иметь какую-то свою, по-молдавски называется чата, а по-русски называется свое стадо. Как лучше перевести? Свою группу, свое окружение, которые также мыслят, как ты, помимо семьи. И семью, конечно, потому что без семьи это очень, очень тяжело человеку. Приходишь в холодный дом, никто тебя не ждет, никто тебе на шею не бросается. А тут хоть собака хоть ждет и бросается на шею. С любовью, хоть собака. Вот. А есть такой фильм, называется «Золотой компас». Вот он там тоже показывает, что человек, он существо, которое связано с космосом,
через животных. Животные, растения, они выделяют, как бы перерабатывают космическую энергию, как в этом фильме называется «Космическая пыль», для того, чтобы человек смог ее усвоить. Потому что если человек не может ее усвоить, то он засыхает, как ветка, которая не имеет связи с деревом. Вот в Библии тоже как пишется, что если человек имеет связь с Богом, то тогда и он имеет жизнь вечную и здоровье, все. А если не имеет связь с Богом, значит, он высыхает постепенно, как ветка, которая отделилась от дерева. И вот очень интересно, хочу рассказать насчет числа Бога. Значит, хромосому исследовали ученые. И там, значит, хромосома состоит из аминокислот. Две такие спирали скрученные аминокислот, как две проволоки. Вот. РЦТГ. Ну, это сокращенно аминокислот. Четыре вида. А между ними есть перекладины. Между этими двумя скрученными спиралями. И вот эта вот единица измерения, через сколько повторяются эти перекладины, соответствует 5, 6, 5 и 10. Вот. Вот это вот частота. 5, 6, 5, 10. 5, 6, 5, 10. 5, 6, 5, 10. 5, 6, 5, 10. Ну, 4. 4 единицы. Не вальс раз, два, три, а раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Почему даже сочиняют такие вот считалки разные? Раз, два, три, четыре. Мы шагаем по четыре. Правда? Вот. Очень красивый закат. Я желаю всем счастья, здоровья. Пусть этот закат унесет все ваши проблемы. И пусть он завтра всем вам даст новые мысли, новые идеи. Если кто не встретил свою любовь, пусть встретит свою любовь. Так? Что еще пожелаем нашим подписчикам? Счастья, здоровья, удачи, любви. Очень красивый закат. Ну, конечно, те, которые имеют бинокль. А если еще и телескоп имеет, то это вообще смотреть на закат в увеличенном виде. Или хотя бы лупу, конечно, хорошо иметь. Ну что, а мы находимся на поле подсолнечника. Подсолнечник – это второе выражение солнца на Земле, и он постоянно поворачивается и смотрит на солнце, как бы его провожает. Вот и говорят, что растения не мыслят. Вот они тоже мыслят, они наблюдают за солнцем. Красотулечки. Некоторые маленькие, а некоторые вот уже сохнут. У них сохнут уже эти листики. И уже скоро будут семечки. Так? Ну вот. Ой, а закат становится все краснее и краснее. И вот наши любимые собачки. Собака – друг человека. Без собаки тоже нет жизни. Вообще закат – это красивая вещь. Правда? Ну, еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если что-то, какие-то вопросы есть, задавайте. С удовольствием будем отвечать. Спасибо за просмотр видео. Даже собачка вам говорит. До свидания.